Очередная неделя закрылась триумфально для быков, и фондовый рынок, несмотря на вот такие переживания по поводу и рынка труда, и темпов инфляции, все-таки продолжил подниматься. Причем этот подъем усилился, и мы можем иметь первую надежду, что он перерастет в довольно-таки приличное ралли. Индекс S&P 500 закрыл неделю на уровне выше 5800 пунктов и внушает надежды, что 6000 это будет тот вариант, который можно будет покупать колеть к Рождеству. А вот индекс доллара опять подрос до уровня 102,7. И, в общем, это вызывает большой вопрос. Правда, вопрос такой добрый. Несмотря на такое значительное увеличение индекса доллара, фондовый рынок чувствует себя так, как будто индекс доллара находится в районе 100 пунктов. В ближайшее время по этой части могут быть изменения, поскольку на этой неделе мы ждем решения Европейского центробанка по процентной ставке. Причем здесь есть консенсус. От ЕЦБ ждут два снижения еще в этом году. Одно на этой неделе и следующее в декабре. Соответственно, мы ожидаем от ФРС снижения на ноябрьском заседании, сразу после президентских выборов. И это как-то уравняет динамику снижения ставок по евро и доллару и, возможно, не подтолкнет индекс доллара слишком серьезно наверх. Но пока не вижу и предпосылок, к сожалению, для его снижения. Впрочем, повторюсь, фондовому рынку и без этого вроде как хорошо. Ну а общее понижение стоимости денег в мировом финансовом океане продолжается. Совсем недавно Банк Кореи снизил ключевую ставку до уровня 3,25, и Резервный банк Новой Зеландии понизил свою ставку до уровня 4,75. Понятно, что это не самые значимые регуляторы с точки зрения воздействия на мировой фондовый рынок, но тем не менее совокупное решение второстепенных регуляторов о снижении ставок, конечно, создает все более и более благоприятную атмосферу для потенциального ралли. Нефть закрыла неделю на уровне почти $79 за баррель марки Brent, но здесь, как известно, сейчас самая пиковая ситуация в связи с демаршем Эр-Рияда. Саудовская Аравия сначала высказала претензии, прежде всего, к России и Ираку, что те нарушали квоты по уменьшению добычи нефти. Причем обе страны взяли на себя обязательство вернуться к этим квотам, то есть сократить добычу нефти в конце года, так, чтобы компенсировать свои нарушения весенние. Тем не менее, Саудовская Аравия даже дала намек о возможном своем выходе из сделки ОПЕК+. Об этом я подробно говорил в прошлых блогах и других видео. И о том, что по большому счету, по-простому, позиция сводится к следующему. Дорогие коллеги по ОПЕК+, история с ростом нефти до уровня в районе $100 за баррель не удалась. Но так как вы там слегка химичите, то напоминаем, что мы, Саудовская Аравия, можем добрать свое не мытьем, так катанем. А именно отказаться от добровольного уменьшения добычи нефти и заработать даже на уровне $50 за баррель. А этот уровень для России сейчас бы был, если не нокаутом, то как минимум нокдауном. Поэтому, конечно же, внимание по-прежнему привязано к рынку нефти, и ближайшие решения ОПЕК, кстати, на этой неделе выходит его ежемесячный отчет, будут чрезвычайно важными для всего фондового рынка. И, наконец, золото закрыло неделю на уровне $2674 за унцию, то есть очень плавный рост, больше напоминающий боковик с легким позитивным уклоном продолжается, и думаю, эта история будет продолжаться минимум до оглашения результатов выборов в США. Из ситуации, которая в принципе благоприятна, хотя неоднозначно влияет на рынок, стоит отметить очередные свежие данные по инфляции в США. Она замедлилась до уровня 2,4%, но заявки на пособие по безработице довольно-таки неожиданно для рынка серьезно подскочили. Я напомню, что после августовских показателей рынок так с трепетом и определенными нервами ждал картинку по рынку труда, и в самом конце сентября она оказалась чрезвычайно позитивной. И вот сейчас ситуация почти наоборот. Этот уровень на 0,1% пункта выше прогнозов аналитиков, но, как видим, рынок это особенно не обескуражило, и все отмечают, что, несмотря вот на эту незначительную флуктуацию, инфляция все-таки остается на минимальном уровне с февраля 2021 года. При этом базовая инфляция, на которую любят оглянуться ФРС, инфляция, которая рассчитывается без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, тоже показала за сентябрь рост на 0,3%. Годовой показатель здесь намного выше, 3,3, но рынок это тоже вполне устраивает.
Количество первичных заявок, которые поданы в последний четверг по безработице, 258 тысяч, а ожидалось 230 тысяч. То есть рост более чем серьезный, практически на 10%. Посмотрим, как это скажется на рынке, но пока последние завершающие аккорды прошлой недели не сказались. Кстати, повторные заявки на пособие тоже увеличились довольно-таки серьезно, на 42 тысячи в сравнении с предыдущей неделей. Поэтому к тем данным, которые выйдут уже в ближайший четверг, фондовый рынок отнесется максимально серьезно. То есть вот этот выдох общий, который состоялся по поводу ситуации на рынке труда, оказался все-таки преждевременным. И реакция, конечно же, на четверговую публикацию будет весьма и весьма серьезная. Я думаю, что можно надеяться, что как раз в ближайший четверг динамика роста или уменьшения заявок на пособие по безработице будет достаточно позитивной, и по этой части рынок опять придет в состояние успокоения. Ну и косвенные, менее значимые, тем не менее позитивно влияющие на общий настрой мирового фондового рынка ситуации, это, во-первых, после стагнации экономика Британии все-таки по итогам августа показывает рост, и вот тот потенциальный британский кризис, я напомню, что Британия достигла максимальных показателей в свое время по инфляции и одновременно по стагнации экономики, вот этот кризис, похоже, что называется, отделались легким испугом. И тоже косвенная история, поддерживающая фондовый рынок всего мира, хотя касается, казалось бы, фондового рынка только одной страны, это информация о том, что Народный банк Китая запустил программу поддержки фондового рынка Китая, а именно рынка акций, на 500 000 000 000 юаней. Это весьма существенное вливание. Напомню, что, например, в пересчете на рубли это означало бы сейчас более 6 000 000 000 рублей. Из негативов, впрочем, вполне таких ожидаемых, сезонно ожидаемых, потому что осень, ураган Милтон. Ну, вещь достаточно привычная. Каждую осень появляется какой-нибудь ураган, который наносит удар по побережью Мексиканского залива, по Флориде, ну а заодно иногда и по фондовому рынку. Пока последствия, кстати, потенциального урагана оцениваются, ущерб от него достаточно высоко, но пока он не сказался все-таки на фондовом рынке. Хотя внимание к страховым эмитентам, к страховым компаниям сейчас будет повышено из-за того, что, возможно, им придется выплачивать весьма и весьма приличные премии. В России разработали умные часы, которые выполняют функции смартфона. Часы смартфона выпускает тюменский бренд Case Guru. В смарт-часах Case Guru есть гарнитура, можно разговаривать прямо с них, а еще набирать номер и читать сообщения. Часы Case Guru совместимы с разными системами – Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном, в отличие от Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток. Для сравнения, яблоки тянут 1.5 дня, но тюмен-часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Case Guru из гипоаллергенного силикона не раздражают и не натирают запястья. В смарт-часах CG Watch Force более 100 спортивных режимов и ударопрочный корпус из авиационного алюминия. Дисплей тюменских спортов 46 мм на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. При этом у часов CG Watch Classic разрешение дисплея как у флагмана Apple, потому что экраны заказывают на одном заводе, а стоят они в разы меньше американцев. Сканируйте QR-код или переходите в описание, там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод «Версия24» даст вам возможность получить скидку до 500 рублей. Ну а мы в команде «Финверсия» добавили часы Case Guru к прежней коллекции – пылесосу от компании Case Guru, правда, иногда слишком болтливому, и тюмен-батон-пылесосу, которым очень удобно пользоваться в автомобиле или убирать свои рабочие места. Теперь переходим на уровень микроэкономики, поскольку все-таки началась отчетность за третий квартал, и я думаю, что эта отчетность в ближайшее время перехватит инициативу с точки зрения влияния на позитив или негатив рынка у макростатистики. Как всегда, в первых рядах отчитывается финансовый сектор, и именно он создал весьма позитивные ощущения на рынке. Вышел отчет недавно JP Morgan Chase, очень хорошие результаты, банк сообщил о прибыли на акцию в размере 4 доллара 37 центов,
аналитики ожидали 4 доллара 1 цент, то есть достаточно приличная история роста. Выручка также оказалась выше ожиданий экспертов, составив 43,3 миллиарда долларов. И почти на 1,5 миллиарда выше и без того позитивных ожиданий аналитиков. Немного снизилась у JP Morgan Chase чистая прибыль, но это как раз было ожидаемо и рынок не обескуражил. Поэтому бумаги этого банка продолжают рост. Отчитался также компания BlackRock, причем его активы. Совсем недавно рынок отмечал 10 триллионов, такой исторический рекорд, а теперь достигли 11,5 триллионов долларов. Ну и показатели BlackRock тоже весьма позитивно сказались на рынке. И Bank of New York Mellon также отчитался великолепно. Я очень рад, что после пары лет присматривания к этому эмитенту включил эти акции в свой портфель несколько месяцев назад. Поэтому этот отчет, конечно, радует. Во-первых, превзойдены все прогнозы аналитиков и установлен новый рекорд по объемам активов, которые находятся в управлении на доверительном хранении в этом банке. Здесь цифра впечатляющая и затмевающая даже BlackRock. Активы банка впервые в истории превысили отметку в 50 триллионов долларов. Более того, позитивные ожидания от дальнейшей траектории котировок Bank of New York Mellon связаны еще и с тем, что этот банк впрямую связан с инвестициями, зависит от фондового рынка, и поэтому энтузиазм инвесторов и любое ралли идет ему на пользу. Поэтому с удовольствием сохраняем эту бумагу в своем портфеле. И еще один банк, его, правда, нет в моем портфеле, я всегда с такой легкой антипатией относился к розничным банкам. Тем не менее, Wells Fargo также выдал великолепные результаты, превзошел прогнозы по прибыли. Прибыль на акцию составила 1 доллар 42 цента, аналитики давали 1 доллар 28 центов, то есть превзошел довольно серьезно. Практически выполнен прогноз и по росту выручки. В результате акции Wells Fargo показывают за последнее время столь впечатляющую динамику, что впору пожалеть о своем решении не связываться все-таки с розничными банками. И глядя на график этих акций, я вспоминаю, что написал в свое время Александр Суворов, узнав о победе Федора Ушакова при Корфу. Ах, зачем я не был при Корфу хотя бы мичманом? Так и здесь. Ах, почему же я не оставил когда-то этот банк все-таки в своем портфеле? Но поздравляю всех, кто инвестирует в его бумаги. А вот не финансовый сектор, хотя финансовый задал позитивную тональность в начале очередной квартальной отчетности, не финансовый сектор достаточно проблемно себя ведет. И связано это не только с отчетами. Например, вот эта долгожданная презентация роботакси CyberCab от Tesla разочаровала инвесторов. Об этом сегодня пишет вся деловая пресса. И более того, акции Tesla серьезно упали. Инвесторы недовольны, что Илон Маск на этой презентации скорее так фантазийно увлекся своей ролью мирового гуру и рассказывал о неком в принципе будущем, а от него ждали вполне конкретное и краткосрочное будущее нового электромобиля с автопилотом. А вот здесь прозвучали общие слова и началась определенная легкая хотя бы распродажа акций Теслы. Я полагаю, что так как Тесла сейчас снизилась от своих 250 плюс-минус долларов за акцию до 217, то это все-таки хорошая история, чтобы докупить эти бумаги в свой портфель лично, я так и сделаю. Поскольку полагаю, что очередное движение акций Теслы к 250 все-таки, скорее всего, состоится еще в этом году. Из так себе, назовем их так, отчетов. Отчет PepsiCo, она снизила прогноз по выручке из-за снижения спроса. Правда, до сих пор это связывали с инфляцией, поэтому понижение уровня инфляции и ключевой ставки, возможно, позитивно скажется на следующем отчете. Эту бумагу просто без движения, как есть, оставляем в своих портфелях. И, к сожалению, не очень хороший отчет, очередной не очень хороший, хотя бывали хорошие, у компании Domino Pizza, которую я включил в свои портфели, и она дала великолепный рост, но значительная часть этого роста скорректировала назад, остается в плюсе, но не столь впечатляющим, какой был в первой половине этого года. Но, тем не менее, этого эмитента я в своих портфелях также оставляю. Теперь, собственно, о результатах этих самых портфелей команды Финверсия. Мой личный портфель в долларах измеряемый дает почти 14,5% с начала года. Это вот примерно в рамках планового результата, который хотелось добиться в этом году. Портфель Финверсия Инвест, составляемый на основе решений, принимаемых в инвестиционном клубе Финверсия. Кстати, напомню, в октябре мы специально не проводим никаких разборов и докупок, ожидая
все-таки результатов президентских выборов. Этот портфель измеряется также в долларах и дает чуть более 14,5% с начала года. Портфель Finversia Invest на платформе Common группы Finam, он в основном состоит из акций мирового рынка, но измеряется в рублях, он с начала года дает около 11%. И, наконец, портфель Finversia Invest из российских акций на платформе Common дает с начала года 0,38%. И сейчас годен лишь в качестве яркой иллюстрации, насколько верным было на российском рынке основную часть денег хранить в банковских депозитах. Форекс-портфель, открытый этим летом, дает 15%. И наши внебиржевые инвестиции на двух крауд-платформах, Jetland и BizMall. На Jetland старые более 3 лет инвестиции дают в общей сложности 49%, несмотря на замедление доходности в этом году. А вот новый портфель, открытый только летом, дает 12%. Так как он счастливо избежал попадания в него тех дефолтных заемщиков платформы, которые несколько обескураживают сегодня крауд-инвесторов и снизили доходность этого года. На платформе BizMall наша доходность составляет с августа 1,33%. Что касается действий, то по сути я о них уже сказал и говорил в предыдущих блогах. Просто держим позиции. Вот докупаем чуть-чуть Tesla, чуть-чуть фиксируем прибыль по Bank of America, который все-таки переиграл тот скепсис, который возник в связи с распродажей бумаг этого банка Уорреном Баффетом и пробился к уровням 41 доллар за бумагу. Я полагаю, что до 45 можно все-таки ожидать роста этого банка. А там чем черт, или Баффет не шутит, возможно и 50 за бумагу станет реальностью. Ну и, конечно, в центре внимания Боинг, его больше всего в моих портфелях. И в этом году, в отличие от прошлого, он пока не оправдал возложенных надежд. Провалились переговоры корпорации с профсоюзом. И продолжается забастовка, которая охватила более 30 тысяч работников, начавшаяся 13 сентября. Напомню предысторию ситуации. Профсоюз отклонил предложение компании о повышении средней зарплаты на 25% в течение 4 лет, причем 12% сразу при подписании соглашения. Требование профсоюза 40% увеличение заработной платы в ближайшие 4 года, ну и еще дополнительное восстановление пенсионных программ. Соответственно, корпорация сейчас отозвала свое предложение, заявив, что профсоюз несерьезно к нему отнесся и, по большому счету, не готов к деловому разговору. Поэтому переговору между Международной ассоциацией профсоюзов машинистов и аэрокосмических рабочих и руководством Боинга пока прерваны. Другое дело, что в этой ситуации мы видим, что бумаги Боинга хоть и протестировали снижение ниже уровня 150 за акцию, но тем не менее, видимо, нащупали свое максимальное дно на этом уровне. Поэтому я по-прежнему полагаю, что Боинг еще а. выстрелит, и б. что для тех, кто не находится в этих бумагах, возможно, сейчас самый момент покупать их. Напомню, довольно скоро, в 20-х числах октября, выходит отчет по Боингу. Вряд ли он будет особо позитивный, но одновременно начнутся авиасалоны, и можно ожидать, что, как и в прошлом году, сделки, заключенные на авиасалонах, могут серьезно поддержать котировки акций компании. И если к этому времени хоть какое-то, хоть дурное, но соглашение с профсоюзом будет достигнуто, это, несомненно, обеспечит Боингу рост процентов этак на 10 как минимум. Другое дело, что пока в целом ситуация по отрасли не способствует, ну, может быть, излишним надеждам на те же самые авиасалоны. Потому что более успешный в последние 1,5 года конкурент Боинга, компания Аэробус, отмечает, что поставки все-таки снижаются. И на это тоже стоит обратить внимание. Ну, а в остальном, повторюсь, мы стоим, поскольку, в общем, выборная гонка, которая вступила в завершающий финал, пока скорее охлаждающим душем, несмотря на рост рынка, несмотря на потенциальное ралли, охлаждающим душем, конечно же, проливается над фондовым рынком. Во-первых, разрыв. О разрыве, предварительном разрыве между Камалой Харрис и Дональдом Трампом пишут разные агентства, разные СМИ. Он всегда чуть-чуть разный у всех. Но, грубо говоря, сводится к тому, что у Дональда Трампа чуть более 40% поддержка, у Камалы Харрис чуть более 45. Совсем недавний, в самых первых днях октября, опрос Рейтер показал, что у Харрис 46%, у Трампа 43%. И это означает, что выборы будут идти по принципу кандидаты голова в голову. Это вызывает следующий момент.
Примерно в такой же ситуации 4 года назад Трамп очень резко пытался опротестовать результаты выборов. И это, конечно, неопределенность с победителем, неоднозначность, всегда охлаждающе действует на фондовый рынок. И так как сейчас ожидается, что может повториться та же ситуация, фондовый рынок, в общем, с оглядкой на выборы тоже предпочитает пусть и двигаться наверх, но не слишком резво. Опять же, как забастовка с Боингом. А что, если пройдут выборы и определенность наступит? Мы можем, в принципе, предполагать, что вкупе с экономическими факторами эта история как раз и может стать стартом серьезного ралли. И напомню, прямо накануне выборов, в Хэллоуин, вернее, в пятницу Хэллоуина, знаменитая пятница онлайн-продаж, и если ее результаты будут высокими, это тоже будет замечательный позитивный фактор. Впрочем, до этого еще осталось 2 недели, так что ждем. Ну и напоследок, как всегда, что ожидать, на что обратить внимание инвесторов на новой неделе с 14 по 20 октября. Неделя относительно спокойная, рядовая неделя. В понедельник, 14 октября, стоит посмотреть на отчеты Китая по объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса. В России также публикуют сальдо торгового баланса, и в России это скорее основа для новых предположений относительно курса рубля. Так как если объемы импорта по-прежнему серьезно отстают от объемов экспорта, можно ожидать, что копится валютная выручка, и это прямо или косвенно, сильно или не сильно, но все-таки удерживает рубль от серьезного сползания. Я уверен, что так и будут. В США в понедельник будут опубликованы данные по ожидаемой потребительской инфляции и состоятся выступления двух представителей ФРС, Нила Кашкари и Кристофера Уоллера. А также в понедельник как раз выходит упомянутый мной ежемесячный отчет ОПЕК. Так что до него осталось буквально несколько часов. Во вторник, 15 октября, выступление еще одного представителя ФРС, Лори Куглер. В среду, 16 октября, более важный момент, выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард. В преддверии решения по ставке, а не после. В четверг, 17 октября, выходит ежегодный отчет Резервного банка Австралии. Но это так, не самая важная информация. И самое важное, заседание ЕЦБ по процентной ставке, после чего прозвучит заявление по монетарной политике и состоится пресс-конференция регулятора. Так что в этот день индекс доллара, несомненно, будет более волатилен. В США, как всегда, в четверг выходят данные по количеству первичных и повторных заявок на пособие по безработице. И после того, о чем я говорил выше, это будет значимый момент для рынка. Рынок ждет, что динамика заявок на пособие по безработице вернется в позитивный тренд или в позитивный график. В этот же день проходит выступление еще одного представителя ФРС Остона Гулсби. А в пятницу еще один ФРСовец на трибуне, Рафаэль Бостик. Так что ФРС по-прежнему устными интервенциями и оценками, как двигаться дальше и что происходит с инфляцией и с экономикой, будет влиять на рынок. Но, повторюсь, сейчас корпоративные отчеты будут оттягивать на себя большее внимание, чем это было в сентябре. В целом, полагаю, что октябрь продолжит позитивный тренд, довольно спокойный, и где-то по итогам продаж в Хэллоуин, и тем более по итогам результатов, оглашения результатов выборов в США, мы можем при прочих равных ожидать резкого усиления ралли. Ну и отдельные истории типа забастовки Боинга, если это все завершится благополучно, также могут позитивно повлиять на рынок. Так что желаю вам спокойствия на октябрь, хороших инвестиций и до новых встреч. Полагаю, что следующий инвестблог мы проведем в режиме прямого эфира, потому что накапливается много вопросов, и их стоит обсудить более подробно, чем к этому располагает вот такой вот осенний лес. До новых встреч!